Время платить. В округе стартовала кампания по привлечению физических лиц к предоставлению налоговых деклараций и льгот. Об особенностях и нововведениях при подаче отчетности в новом году в репортаже Александра Колганова. Декларацию по форме 3 НДФЛ обязаны предоставить все, кто в 2020-м продал имущество, находящееся в собственности менее 5 лет. Такая же обязанность распространяется и на получивших в прошлом году иной доход, с которого не был удержан налог. Предельный срок 30 апреля распространяется исключительно на тех физических лиц, кто должен задекларировать доход. Если вы физическое лицо, которое пользуетесь вычетом имущественным или социальным, то на вас срок предельный представления отчетности не распространяется. Вы можете представить в любое время в течение налогового периода. Чтобы осенью получить актуальное и верно посчитанное уведомление, перед подачей декларации налогоплательщики должны проверить свои льготы. В первую очередь это касается пенсионеров, инвалидов и ветеранов. В этом году для жителей Подмосковья стало доступно еще одно налоговое послабление. Связано это было с тем, что мы живем в сложных сейчас условиях, и вот губернатором было принято решение о том, чтобы издать закон, который гласит, что если вы впервые приобретаете на территории Московской области имущество, вы имеете право 2 года пользоваться льготой по транспортному налогу. Первый год 100%, второй год 50%. Если налогоплательщик пользовался льготой в прошлых отчетных периодах, ведомство автоматически учтет это и при расчетах в новом году. Полный перечень всех налоговых льгот доступен на сайте налог.ру. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.